во двора убрал. Очень устал. Как мне не сходить с ума? Мне там пишут. Не сходить с ума, если мне ничего в жизни не светит. Нету. У меня не будет продолжения рода, девушки, там. Не знаю. Отношений хотя бы просто каких-то. Просто отношения серьезные. Я бы сразу женился. А дальше девушка начнет проверять меня на то. Ну, специально там проверять, как бы. Типа, злой я или нет. Буду там агрессивно что-то там ответ отвечать или как-то. Я не буду никак отвечать. У девушек бывают сложные дни, когда очень настроение плохое. Я помню, мы сидели там, один чел был в художке на вечернем. У него девушка была. И она прям его ругала там просто так, ни на чем, ни на ровном месте. Что даже та, в которой я был влюблен, ее тогда звали Сезоненко Александр, вступилась за него там с словом. Это просто трудные дни бывают. Сейчас там будет третий дом, там вот подъезд надо будет в первую очередь убрать, где бабка злая вот эта, которая на меня накинулась, чтобы она. Блин, снег пошел опять. По идее, мне надо сделать перерыв, сходить на обед, но просто сейчас я пойду, и снег как попрет, и все заново придется переделывать. Это просто кошмар. А надо успеть все четыре дома доделать. Утра желательно. Ведь там нужно на четвертом доме дорожки просколоблить, проделать. На третьем доме там дофигища снега. Площадь убирать. Подъезд с этой злой бабкой. Можно ли подобрать мне такие очки, чтобы они прямо красили мое лицо? То есть настолько, чтобы в них было лучше, чем без них. Хотя при том условии, что мне вообще никакие очки не идут. Вот, смотри. Вообще, мне может быть только черные очки, но и то вот, они тоже в минус идут. Потому что лицо грубое, очки больше подходят таким более нежным чертам лица. Я имею
имею в виду черты лица грубые. Вообще, по-моему, евреям подходят всегда очки. Очень, очень хорошо. И девушкам. Любой девушке вообще очки красят ее. Хоть какая у нее, какая бы она ни была. Очки, особенно в роговой оправе, круглые очки там такие. Я даже смотрел фильм, короче, «Байки из склепа», ну, просто в обзоре. Это фильм, там, когда я еще был малышом, 90-х годов, и там была девушка в очках, ботаничка, типа, у нее были очки, вот как прямо сейчас модные, такие же, круглые, в оправе, круглые очки, представь. И ей настолько это классно, охрененно шло. А когда она сняла их, типа, тогда это считалось, что она стрёмная ботаничка в этих очках. А сейчас это считается секси, супер красотка. Бля, какая там вообще. Очки вообще идут очень хорошо. Они добавляют красоты, сексуальности любой девушке. Даже в 90-х годах, когда снимали фильмы. Даже в 70-х годах. Хоть когда. Вот это вот удивительно. Пойду работать.